Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Honda Stream 2010 года в красивом черном цвете с бензиновым двигателем объемом 1,8 литра, 140 лошадиных сил, оригинальные литые диски, хорошая летняя резина, пробегом 120 тысяч километров, аукционным баллом 3,5. По салону у нас чистый, ухоженный темный салон, не прокуренный. Три ряда сидений, 7 посадочных мест, климат-контроль, хорошая мультимедиа, кондиционер, мультируль, электрорегулировка зеркал.